разница, поступили ли по запросу суда документы, а именно договор цессии? Поступили. В встречном исковом заявлении в ходатайстве назначения экспертизы мы очень подробно указали, в связи с чем требуется экспертиза и вообще какие сомнения у нас имеются о том, что договор был заключен. Люди приходят в банк, оформляют там какие-то заявки, какие-то анкеты подписывают и тому подобное. Но в конечном итоге это не является как таковым договором. Четко указано, что должно быть со стороны банка выполнено для того, чтобы договор считать заключенным. Соответственно, эти все требования не были выполнены, поэтому что бы там кто бы ни оставлял, какие-либо заявки на кредит, анкеты и тому подобное, это все не доказывает наличие как такового договора. Поэтому как бы мы и хотим, во-первых, по экспертизе, чтобы установили вообще, а была ли оферта со стороны моего доверителя. Договор считается заключенным при условии акцепта на эту оферту. Нужно еще и доказать сам факт, что такая заявка поступала. Потому что у меня есть основания полагать, что Совкомбанк просто имеет персональные данные моего доверителя и использует в своих там каких-то целях. Не является стороной кредитного договора, на который они ссылаются, в связи с тем, что был заключен договор цессии, то есть права и обязанности были переданы. Нельзя просто привлекать третье лицо только на основании, что кто-то подал исковое заявление, не имея на то оснований. Понятно. У вас все? Да. Значит, суд на месте определил привлечь к участию в деле в качестве общества ограниченной ответственности специализированного финансового общества социальной и финансовой структуры ТРИ, поскольку права и обязанности данного юридического лица затрагиваются настоящим спором, поскольку из материала его усматривается, что 27 февраля 2023 года состоялся договор о уступке прав требования публичного акционерного общества в Совкомбанк именно с данным юридическим лицом. Судебное заседание является закрытым. Спасибо.